noroc la toată lumea. Suntem în municipiul Bălți. Cineva hrănește alte păsări, dar noi avem alte. Stai, ține să mă. Noi hrănim păsările poporului, Renat. Da. Sunt păsări nea poporului, de astea sunt poporului. Exact. Poporul e moldovenesc. Hulubaș, tati, hulubaș. Camus. Iată, vin și cetățenii. Domnul primar hrănește păsările poporului. Corect. Păsările păcii sunt. Corect. Hulubul păcii este și un câmp de crinată. Oia că vin tăiat. Cam așa se adună câteați care sunt în, în bar. Da, încet se adună și lumea pe Facebook și clubii în piața Independenței din Bălți. Da, corect. Дмитрий Алексеевич, на Хулуй. Так, для тех, кто видит, мы в Бельце. Ерем фос кубербеч шицаки, аску Хулуй. Ерех бербеч шицаки фос кумаржи на другом. А, шо он купилаш? Здрасте. Можно сфотографироваться? Да, давай. Привет. Это два партия для клячек. Хорошо. Ну что, видите, как в Бельце все спокойно, тихо. Здравствуйте. Здесь нет кого нет. Можно с вами сфотографироваться? Да, да, да. Молодец какая. Тут голубя поймай. Молодец. Хочешь поймать голубя? Голуби кушают хлебушек. Да, да, на хлеб корми. На два кусочка и только мелкими. Мелкими бросай, ладно? Я один возьму. Один, ну два. Здесь купим одежду один. Так. Мы встречались с бельчанами, которые подписывали за нашего кандидата Дмитрия Чубашенко. Сейчас вышли прогуляться по городу. Погода шикарная. Значит, погода шикарная. Голуби, дети. Видите?
вокруг Киртуака и в Кишиневе даже собаки не ходят, а тут и голуби. Я завтра с собачниками, в 10.30 утра совещание. Да, да, давай. Присаживайся. Не, кушают кожуру. Ты давай маленькие кусочки. Спасибо. Тут один парень пишет: собака, друг Киртуаки, Миша забыл. Венец пил обречень. Да, Савинья аппарат шамбречень. Шантати урашлидня Республика Молдова. А мы че путь держа, куда? У меня жутый клетко свито такий. Так, привет с Москвы. Так, Германия, Москва. Так, чека рисунок ума. Онлайн. Дарну Сунта, Республика Молдова, контактац, паринцы, Берешорли, Сурорли, Фрации, свисься мне за пендуш кандидату ностру. Яка домну кашу, дедемнят, суду, спила вечень, и синч минуйте, где мы верим. На вечень, на чей каре кумпар брынзы, да, пешки, он дедемнят, дуза еще вадь, вамин, и синч минуйте. Так, восстановите фонтан Бельцев. Значит, по поводу фонтана Бельцев, вот тут нахожусь, видите, да, в каком состоянии. Значит, компания, я встречался с владельцем универмага, вот который позади меня. Значит, обсуждали реконструкцию. Они передадут часть территории, которая у них в собственности, для того, чтобы мы смогли за универмагом сделать сквозной пресс, чтобы разгрузить центр. Видите, тут заморожена стройка, потому что без документов они начали это все делать. Значит, они готовы отдать ту землю в обмен на это, плюс за их счет делают полную реконструкцию вот городского фонтана. Поэтому этот вопрос на контроле, значит, мы уже прошли уже финальные переговоры с ними. Так, Солтер Дин Торонто, Италия, Германия. Уни требует дивинет. Лауфичили партиду Ностру Карисон Тантуат Республика. Кишно Букрешту Суд Шапс предыдущим в Карио Ражден Цара. Авем репрезентант. Эш Фрумусат Солонович. La boss a propoco 20 de procent. Главное, куда здесь депрочень. Бельце, кстати, в этом году рождаемость выросла на 20 процентов. Asta e legat și de... Есть стимул. Да. Да. Я ваш автор. Что? Ваш автор. Автор? Да. Да? Хорошо. Поклонница, наверное. Поклонница? Да, я а вас много слышала. Да? Я понял, спасибо. Вот теперь увидела. Я понял, да? А? Ключик. Молодец. Молодец. Он очень хороший. От Буратино? От Буратино ключ? Нет, он настоящий. От не знаю, от каких сокровищ. От сокровищ? Молодец. Ну, думаю. Дима Чубашенко кормит голубей, кушает. Половина им, половина мне. Сарах Чубашенко, так ну мы заслужил. Там голубями, кстати, хлебушка. Да, привет. Как у вас настроение? Хорошо. Здравствуйте. Привет. Привет. Добрый вечер. Здрасте. Я так, может, сделаю такую
А то ребенок мой все ваши встречи рассказывает, да? Где наш Ленат Усатый. Рассказывает, не там видел, там видел. Сила в правде? Да, сила. И мы победим. По-любому победим. Обязательно. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Хорошего дня, ребята. Да. Пока. Пока. Отдыхайте. Даня? О, да. Богатырь. Пока. Привет. Всего доброго. Так, очень хочется видеть вас. Кончешник, полежь, ребят, приеду во все города. Так. Надо рядом с фонтаном тут установить комплекс один. Я видел в Москве. Здесь возле фонтана, тут была какая-то забегаловка в прошлом году. Сейчас вы видите все эти палатки, забегаловки на площади. Больше ничего нет, есть нормальные заведения, общепит. Кебабы готовят, квас, другие прохладительные напитки. Все палатки, потому что стояли какие-то палатки тут как на стене. Продавали водку по 100 грамм, закуска и так далее. Все этого нет. Значит, я думаю, установим один прикольный комплекс. Я видел в Москве на прошлой неделе. Вот буду 10-го на параде в Москве. Мэр города пригласил на парад по случаю Дня Москвы. 10 числа будут проводить. И узнаю, где делали. То есть очень прикольно. Там как-то вот вроде 6 простых качелей, 2 турника. Ну, шикарно. Я такого нигде не видел до этого. Обязательно здесь установлю. Потом. Так, дичикари проблема по кинематографу. Без кинематографу есть партикуляр, но есть апримария МБЛ. Иван Салек, тот спать кредко, течь сенди примарии, но не укупен, да, кинематограф и прокурат, ну что, Талхареш сказал, ну да, уфос приватизат, кум практик, тот и приватизат, на тот и Республика Молдова. Турмас национализам, шо свит от норма. Так. Какой парад в Москве? Парад по случаю Дня Москвы, я на другие парады не хожу. Гей-парады и так далее, это тем, кто голосовали. Я хожу на парады по случаю Дня города. Значит, по поводу спекуляции СМИ там некоторые, что Усатый запретил парад бельцев. Если бы была техника бельская бригада, это одна ситуация. Мне не нужны никакая западная техника на параде бельцев. Ну что, наша молдавская, пожалуйста. Американской техники бельцев не будет. У нас вот дети, голуби, велосипеды. У меня вот дети танкисты тут по всему городу. Посмотрите, сколько кандидатов в президент. Чебошенко Кубатона, Астерети Лапро ТВ. Чебошенко вниз, Мунич Кулуби, что мы как Макаря Лапро. Астерепин Про ТВ. Семочки взяла? Купила. Купила семочки? Хотите покормить? А? Не-не, давай ты корми. Маленько кихологи, понимаешь, маленько школобу ностры, Дмитрий Алексеевич. Глупо попоругай, что ты? Пэси. Голод... А? Пэси, да. Вот тут один умный товарищ себе с Молдовы. Кто кандидат? Плохиша? Дадон или Чебошенко? Угадай с одного раза и сам ответь на этот вопрос. Скажу, можно просто? Да, Дмитрий Алексеевич. Последние дни мне начали звонить люди, которые лет 10 не звонили мне. Вот, вчера позвонил один, сегодня, позавчера. И спрашивают, как дела, нужна ли помощь, давай встретимся. Ну, я сразу говорю, что нигде не встречаюсь, потому что, зная их методы, понятно, что все это будет задокументировано, потом слито в прессу, и там появятся где-то фотографии, что во время выборов Чебошенко встречается с людьми Плохотнюка. Поэтому просьба не звонить, а если проверяют связь, ну связь нормальная, да, работает телефон у меня. Да. Так. Он кажется, пусть его лапу поле.
Da, noi suntem întotdeauna cu poporul, partidul nostru, iată uitați că avem hulubi, mulți copilași și cel mai important, cum a spus domnul primar, multe femei gravide. Și asta e legat... Asta e legat... Stai, Oleg! A muști eti nelipuni! Nu, dar unul din factorii care au influențat natalitatea în Bălți este domnul primar Renat Răusatăi, condițiile de viață și modul în care domnul primar administrează orașul pentru oameni. Очень хочется услышать ответ по поводу ханчешта. Я же сказал, будем в ханчештах, ребят. Во всех городах буду, но Виталий куда ходить на выборы? Во всех посольствах будут участки, где можно будет проголосовать. И в консульствах, где у нас и в консульствах, да. Виталий, по-моему, в прошлый раз было больше 10, да? Нет, 25 даже. Да. Избирательных участков? Да. Около 25. Да. На выборах. Кашу давите киртуаки. Давите киртуаки. Я как у амини конкретный рога. You ask to fuck. Я это делаю каждый день, как советник от нашей партии. Eu luptăm fiecare zi, мы не сдаемся. Это призыв нашей партии. Это так и есть. Не сдаемся. Я примар невидимка. Да, я, конечно, он требарь интересант. Ренат, да, как штигаться лезерли. После фии конфискаря, а вере его обтянуть илегал. Ну-ка, у вас фии. Да, смярга. Долго шпатру диори, в три смены будем работать по отъему. Все нормально будет. Сус кашу жос киртус. Проведен Оландера. Да. Так, Оланда нурок. Так, Хулубиус Бурат, Лакулкари. Дмитрий Алексеевич, якали мы на кто-то мкари, аж хулуги сус парат. Пино аж содос. Я рав вот три суди хулуги. Так, ну вот кумяка, Дмитрий Алексеевич. Франзела хулуги. Лимонанка батон. Я в дему сначала карифу родила хубы. Гладяна, когда можно... Ребят, везде подписываемся, в офисах нашей партии. А где Шеремет? Шеремет еще не день семьи. Значит, так. Лакривленко. Боец, у вас публиграф купит царя. Привет. Как дела, Фалешка? Девушку с Фалеш ты видел лет 15 лет. Я в прямом эфире говорю, вот увидел девушку с Фалеш, представляешь? Говоришь, долго? А? Не, недолго. Все, закругляюсь. Ладно, боец, хайди сдар с моей бурбеску по пору. Карипин прижор. Водорез Кози Бона. Давайте всем привет, все. Мы в Бельцах. Бельцы это чего? Бельцы встретили очень тепло. Всем спасибо, ребят. Давайте, до свидания.